Энергоэффективность в масштабах Украины. За неполных два года на комбинате «Запорожсталь» удалось сэкономить 65 миллионов кубометров газа. На предприятии первыми в стране освоили технологию, которая позволяет полностью отказаться от использования голубого топлива при производстве чугуна. Природный газ в домнах заменило пылеугольное топливо. Оно в разы дешевле и при правильной отладке технологии позволяет экономить на других компонентах, необходимых при выплавке чугуна. Декабрь 2012-го. Спуском базисного склада угля на «Запорожстале» завершено создание комплекса по вдуванию пылеугольного топлива. Все в рамках действующей на комбинате программы группы «Мединвест», направленной на внедрение энергосберегающих технологий. Установка, подающая в дом на измельченные частицы угля, заработала в 2011 году. Экономический эффект от применения этой технологии уже исчисляется миллиардами гривен. И сегодня мы четко видим результат этого проекта. Каждый месяц мы экономим более 20 миллионов кубических метров природного газа. За весь период, который работает технология, стране и нам сэкономлено 650 миллионов кубических метров природного газа. Если говорить о деньгах, то благодаря этому комбинат сегодня смог выжить. И каждый месяц экономит 120 миллионов гривен. И с начала момента внедрения технологии уже для завода сэкономлено почти 3 миллиарда гривен. Реализация проекта комплекса по вдуванию пылеугольного топлива дала возможность на 15% снизить расход кокса. В первую очередь это уменьшение выбросов парниковых газов почти на 300 тысяч тонн в год. Экономия при производстве тонны чугуна составила порядка 400 гривен. На данный момент для идентификации доменной плавки пылеугольное топливо является самым основным заменителем природного газа. Установка пылевдувания комбината «Запорожсталь» позволила полностью отказаться от применения технологии вдувания природного газа и заменить ее вдуванием пылеугольного топлива. При этом достигнуты достаточно высокие показатели по коэффициенту замены, приравненные к единице. Комбинат «Запорожсталь» стал первым металлургическим предприятием в стране, использующим пылеугольное топливо. За советом в освоении новой технологии в Запорожье приезжают специалисты предприятий Украины и стран СНГ. В июле на комбинате проходили стажировку доменщики Енакиевского металлургического завода. На днях изучение установки ПУТ завершили российские коллеги с Новолипецкого металлургического комбината. Ну, сейчас все металлургические компании идут по пути снижения себестоимости продукции, чтобы чугун был достаточно конкурентоспособным на рынке. Поэтому освоение пылеугольного топлива – это одна из тех технологий, которая поможет нам уменьшить себестоимость чугуна. Опыт будет этот очень полезен нам и поможет, я думаю, нам выйти на те же параметры, на каких работает сейчас «Запорожсталь» по вдуванию пылеугольного топлива. Снижение себестоимости продукции в условиях нестабильного рынка – лишь одна из задач, решенных спуском комплекса пылеугольного топлива. Отказ от использования природного газа в доменном производстве на комбинате «Запорожсталь» – весомый вклад в повышение энергоэффективности региона и страны в целом.